Невероятно артистичные и непосредственные. Самым младшим 5 лет, старшим 7. У каждой свой неповторимый стиль и образ. На сцене львята, певицы, феи и даже индийские принцессы. На сцене музыка, в зале шум. Родственники, педагоги и воспитатели поддерживают и болеют на грани сил. Мы целый месяц, да, готовились, прямо этот день ждали. Мы вчера здесь были тоже. Но мы здесь как кричим, орем, наслаждаемся, видим свою воспитанницу. Вот, наша семья вся переживает, болеет. Очень много сильных участников, все готовились. Мы готовили ночами костюмы, готовили свой номер. Эмоции взрослых зашкаливают, а малышки, кажется, не волнуются совсем. Я очень довольна. Я хочу первое место получить. Я давно мечтала быть на конкурсе. Принять участие мечтали еще 15 девочек. Каждая из них – самая яркая представительница своего детского сада или класса. Длительная подготовка, постановка номеров и дефиле помогли проявить способности и прислушаться к себе. По большому счету, вот в нашем так быстро изменяющемся мире, когда, может быть, на их уровне о профессии еще говорить рано, но о развитии навыков коммуникабельности, активности, умение выразить себя, вот это, наверное, очень важно в данном конкурсе. Независимо от результатов, можно сказать, что выиграли все. Каждая участница победила в одной из номинаций – дюймовочка, очарование, грация или артистичность. Приобрела новых друзей и веру в свои силы. Мария Латышева, Мария Кравцова, Андрей Дармаев. Новости дня.